Очаровательный коллектив барабанщиц. От 13 и старше хрупкие девушки с барабанами наперевес. Кепки, очки, розовые палочки. Все продумано до мелочей. Такое пристальное внимание к деталям не случайно. Little Drummer Girls – визитная карточка никольского поселения. Сцена ДК «Полет» – практически их дом, коллективу 4 года. Художественный руководитель Михаил Кузьмин по образованию балетмейстер, вел танцевальные кружки. Предложили возглавить отряд, рискнул и теперь не представляет жизнь без барабанной дроби. Мне нравится, то есть меня зацепило, мне это интересно. Мы проводим очень много времени здесь на репетициях. Репетиции ежедневные, практически 5 дней в неделю, по 1,5-2, бывает там по 3 часа. Мы часто репетируем и ходим по городку. Туда-сюда, по дорожкам играем, уходим на стадион, на новый, ходим по новому стадиону, по площадке, там футболисты занимаются, еще кто-то. Очень много кто снимает, там кто-то с детьми пришел, на видео снимает, на телефоны снимает. В принципе, народ, значит, интересно. Как вы подбирались у девчонок в коллектив? Каждый может прийти. Девчонок, в принципе, прийти может любой. То есть у нас везде висят, то есть мы в соцсетях везде выкладываем объявления, везде выкладываем афиши, занятия бесплатные проходят, то есть никто ни с кого ничего не берет, вот. Но все равно на самом деле народу немного. То есть у нас бывает один человек, два человека в год, это если приходит максимум, потому что приходится просто жить в ДК, репетировать, много очень выступлений. В любом случае, то есть нужно хотя бы минимальное чувство ритма, вот, чтобы мы хотя бы в музыку могли хлопать, это первое. Подвижность, потому что в любом случае мы двигаемся. И я так думаю, желание. Потому что инструменты тяжелые, и с ними приходится много времени проводить. И костюмы жаркие, и погода не всегда хорошая. И часто бывает такое, то, что до мероприятия просят там пофотографироваться или еще что-то. Просят красиво стоять. Девочки стоят, по часу бывает стоят, бывает больше. Дождь идет, не дождь, неважно. Они стоят красиво, они создают красивую картинку, там на фоне фотографируются люди, еще что-то. После этого они выступают. То есть желание нужно, без желания ничего не будет. Отряд задумывался как церемониальный. Он давно вышел за эти рамки. Теперь в репертуаре коллектива и классика, и зажигательная латина. Финансовый вопрос стоит остро, признается Михаил. Барабаны – недешевое удовольствие. За 4 года в коллектив вложили более 300 тысяч рублей. Копить деньги на все, признается, уже привычка. Помогают родители, меценаты. В прошлом году, например, получили премию губернатора Подмосковья. В Петербурге выиграли барабан. Финансово очень сильно, то есть это очень сильно тянет. То есть любой номер, вот этот номер делался вот, потому что за мной стоят тарелочки, этот номер делался. Сам номер ставился около месяца, копилось на этот номер около полугода. Что вы хотите со своим коллективом достичь? Ну, не знаю, тяжелый вопрос, не очень хочется загадывать, но это я говорю, хотя бы не то, что там слава какой-то известности, но чтобы коллектив как минимум мог неплохо себя содержать сам. То есть чтобы именно коллектив содержал, а не все вокруг помогающие этого коллектива содержали. Вообще... Это дорого? Это очень дорогое удовольствие. Это прям очень дорогое удовольствие. Сейчас рынок полон, да, то есть можно взять и Китай, можно взять какие-то более дорогие инструменты. Естественно, мы играем на том, чем подешевле. Ну, не знаю, тот же самый пластик на барабан, к примеру, американского производства, там от 1000 рублей. Это на какой-нибудь небольшой. Если взять бочки, это 2500-3000 одна штука. Но финансовые трудности на творческий процесс не влияют. Михаил признается, с девчонками нелегко, бывает и что и обижаются. Тяжело с девчонками, потому что у девчонок всегда меняется постоянно настроение. Вот. Сегодня у всех все хорошо, все улыбаются, завтра кто-то кому-то нечаянно репетиции палочкой сломал ноготь, типа неслась. Я очень мягко, мягко всегда общаюсь, доходчиво, я стараюсь никогда не понимать голос, там еще что-то. Но бывает такое-то, что приходится рыкнуть, когда весна, когда все там... в своих каких-то делах, у кого экзамены, у кого ребята на уме и все остальное, а нужно
пародилы играть, нужно стучать палочками, слушать музыку. То есть сначала они стараются, они, то есть, совмещать учебу, там, экзамены, еще что-то совмещать, там, иногда пропускают у меня, учебу не пропускают, иногда пропускают у меня, но все равно приходят на занятия. У меня 11 класс, то есть у меня поступление, там, экзамены, несмотря на экзамены, я ходила весь июнь, я ходила половину мая, я, ну, без этого, ну, лично я не могу вообще никак. Просыпаюсь утром, мама такая, ты к экзаменам готовишься? Я говорю, мам, какие экзамены? Барабаны. Мам, у меня барабаны, я не буду. Нет. Я и по даже вот сейчас по подушкам, почему только мой? Все, что движется, говорит, все стучится. Шоу на каждом выступлении. Только у двух девушек есть музыкальное образование. Они и помогают остальным освоить нотную грамоту. А она иногда сложнее математических алгоритмов. Но этой команде все не по барабану. Болеют душой за каждую дробь. Когда но тебе дают в руки ноты, да. и ты стоишь и говоришь, а как? Что за... А что делать? А как это играть? Считать. Это вот как я пришла, и я говорю, это что? Это ноты. Я говорю, а как? Что делать? Раз, два, три, на четвертый играешь. Раз, два, на третий играешь. Ну, как бы так и объясняли. Ну, да. Предлагаем нашему руководителю какие-то свои идеи. Да. Что-то предлагаем, что-то новое. Он всегда прислушивается. И вообще коллектив, это такой прям в нашем таком поселении, он один-единственный как-то. Да. Танцев много, пений тоже много. А вот мы, один. Да. А мы одни. Ну, это круто, это просто... Мы можем выделиться. От этого никак не отлипнуть. Упорство и любовь к музыке привели девчонок в Санкт-Петербург, Невский проспект, парад барабанщиков. Более 1000 музыкантов показали сначала сольные программы, а затем сыграли все вместе. На профессиональном языке это называется тутти. Самое массовое крещендо в мире зафиксировал представитель книги рекордов Гиннесса из Лондона. В итоге нас было 556 человек, которые ни один не уснул, и все вот вступили. И при этом первый не должен прекращать играть. То есть все вместе это заняло около 11 минут дроби, без остановки. Вот. В этот момент выглянуло солнышко в Питере, потому что все дни, когда мы были, у нас было много репетиций. Сводные были какие-то репетиции именно от гостиницы. То есть вот сколько нас было в гостинице, 800, что ли, человек, барабанщиков. То есть мы также собирались, у нас были проходки, мы во дворе гостиницы там репетировали, ставили весь Питер на уши. Вот, но было весело. Самое главное, очень много таких же, как мы. Потому что одно дело танцевальные коллективы, их много, их масса, они часто пересекаются между собой, встречаются в этом поселении, в соседнем поселении много есть. Нас таких здесь вторых нет. И вот опять же, мы были в Питере, я узнал, что есть из Звенигорода девочки тоже, которые тоже там были, и есть ближайшие к нам, это Нарафаминск. Но у нас вот тут вот, у нас рядом здесь нигде нету. То есть в Одинцово нету, здесь нигде нету. Кто-то пытался когда-то делать, но... Я о них больше не слышал. Хочется чуть-чуть, вот я говорю, перерасти в... Чтобы это больше, было больше как шоу. Потому что сейчас в основном люди... Техника, да, я не спорю. Опять же, есть барабанщики, у которых прекрасная техника. Они очень быстро играют. У них очень точные руки, точные удары, точно по громкости. Но обычному зрителю, который смотрит это все, им техника меньше важна. Им больше хочется шоу. Чтобы палки летали, чтобы они крутились, чтобы вода лилась, чтобы огонь горел, чтобы были искры, чтобы было много всего такого. Тогда это интересно. А когда просто 6 человек ходят в костюмах и одновременно поднимают руки, это не очень интересно людям. Хочется больше подвижности, больше шоу. Ну, вот такие, пока такие планы. А пока лето. У барабанщиц одновременно закончились и учебный год, и музыкальный сезон. Но инструменты пылиться не будут, обещает художественный руководитель. Ведь нужно придумать что-то новое для своих зрителей, чтобы начать репетировать уже с сентября. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».